Почему же плохая погода заставляет работать мозги? Спросите меня вы. Потому что у меня вот здесь вот сидят цыплятки. Наши новорожденные из инкубатора вместе с парочкой цыплят постарше, которых мы для них оставили, чтобы они могли у них учиться всему. Вот, сидят они в такой коробочке. Коробочка уже становится маловато, хотя им только одна неделя, но вот они пока еще там бегают резво, а скоро уже начнут толкаться, а нам это не надо. Поэтому коробочку, которая у других цыплят, у тех, кто постарше, лучше бы переставить сюда, потому что цыплята постарше в той коробочке уже толкаются, и не только толкаются, но и друг по дружке бегают. Да, и можно сказать, вообще не бегают, а сидят и толкаются крылышками. Вот. А погода плохая. Вообще мои самые первые цыплята в прошлом году в таком возрасте уже отправлялись гулять на улицу. А погода плохая. Льется дождь. Сегодня нету дождя. Солнышко выглянуло впервые, но не очень холодно, но для цыплят очень холодно. То есть их не вытащишь еще на улицу. Вот. Так что же делать? А нам на выходные надо будет уехать, не на выходные, опять же, а только на вечер вечер воскресенья мы уедем, вечер понедельника вернемся. Вот. Не так страшно, как в прошлый раз. Но все же. Значит, что я сделала для больших цыплят? Ха-ха-ха-ха. О, это мы получали морозильник, два морозильника, и у нас две вот таких коробки. Как я ее тащила сюда, не спрашивайте. Везла на каботе. Как я ее протаскивала через дверь, тоже не спрашивайте. Через эту дверь она не вошла. Вон через ту дверь вошла, через вторую протолкнули. Здесь всякое барахло, но Габи мне помогла. Здесь мы тоже протолкнули, поставили. Я нашла сетку, размотала, натянула. Трубу пластиковую положила, чтобы она не проваливалась, сетка. Такими вот гвоздиками. Где гвоздик? Гвоздик? Где? Вот гвоздик. Вот его даже не видно. Где-то здесь. Сейчас. Вот он гвоздик. Господи, все видят, я не вижу. Вот он гвоздик. Такими гвоздиками я их пришпилила. Они у меня как булавочки, эти гвоздики. Тут еще один. Еще один, там еще и с той стороны. Вот, но эта лампочка, это какая и была. Сегодня съездили с Габи с утра в магазин, купили еще стружек. Стружки оказались просто незаменимые, как я в прошлом году не дотумкала. И меняла эти полотенца бумажные сначала, потом газеты. Они же какают все время. Вот, а со стружкой такая прелесть. Вот, и я им положила такую штуку. Конечно, они ее тоже закакают, ее придется мыть. Но она железная, мыть ее будет проще. Зато, может, хоть поменьше в воду будут кидать еды и этих стружек. Потому что каждые 5 минут можно было менять воду, вода постоянно грязная. И можно поставить будет 2 воды на тот случай, когда будем уезжать. Вот там поставила в уголок еду, они по ней стукают. Насыпала всякой еще еды. Они бегают, теперь копаются, клюют. Ну и теперь хоть могут побегать, полетать, как-то пообщаться. Не так, чтобы сидеть и толкаться. Вот. Очень переживаю, что наши любимые Звездочка и Галактика будут петухами. Видите, какие у них эти самые гребешки. А у других таких нету. Но у них и порода другая. Вон там вторая. Тут с гребешком. Ну, посмотрим. А то обидно будет. Они самые красивые, самые такие классные. И если оба окажутся петухами, будет ой. Ой-ой-ой, вон Габина птица машет крыльями. Вон наш страус, гуси-лебедь, рыжая лисица, маленькие воробьи. Воробьи такие крикливые. Всех поймала, всех пересадила. Эти как давай носиться по той коробке, как давай орать. Ну вот, и им повеселее, и мне поспокойнее. У них теперь много-много места. А у цыплят айсберг тоже. Они он туда уходят, теперь я им открываю. Они туда уходят и там бегают такие по кругу. Кружатся.
Так, опять двое. Где третий? Вечно у вас не найдешь третьего. Вон он. Тоже с гребешком. Ну, тоже будем посмотреть, что там из них вырастет. Эти двое без гребешков, а хвостики торчат. А тот и хвостик торчит, и гребешок. Господи, что там у тебя? Что-то такое. Ну, какое-то. Может, это, конечно, ухо. Да, наверное, он у того тоже. Уши красные. Господи, не видела раньше, не замечала. Надеюсь, что это уши. Ну, что же это еще может быть? У того тоже такие же. Хм. Чудеса. Вот, и они туда теперь уходят, и там бегают. Бегают крылышками, машут, такие, ура, ура. Свобода, свобода. Ну, там тоже будем чистить. Фрэнк меня спрашивает, зачем ты, мама, маску носила? Я говорю, ну вот, стружки с какашками перебирала. Вот такие у нас новшества. Кошки ходят, удивляются, что это такое происходит. Вот ту коробку я квадратную хорошую поставила посушиться на солнышке, пожариться, пока солнышко вылезло. Хоть оно и не жарит, конечно, но хоть немножко что-нибудь там посветит, посушит. Вот она чистенькая, вытряхнула ее всю. Эй, хулигани. Хулиганье. Вот. И завтра я их туда пересажу. Им тоже будет попросторнее. Там водичка у них хорошая, они свою водичку. Они свою водичку не сильно загаживают. Хотя, конечно, загаживают, но не так, как те. Вот. Это у меня лимончик, смотрит одним глазом. Лимончик, ее толкали в инкубаторе, толкали все время между этих яиц. И она немножко такая с головой набекрень, мне кажется. Может быть и нет. Ну, когда я на нее смотрю, она все время так одним глазом на меня смотрит. А вторая такая же, только с пятнышками на голове. Я ее зову Мята. У меня лимон и мята. А эти коричневые, это у нас teddy bears. Черненьких. Не буду никак называть их вслух, чтобы толерантность не... Так, а это у нас блондинки. Блондинки у нас такие вот с подводочкой для глаз. Красавицы. Ну и там всякие еще бегают. Бегают, бегают, бегают. А вот те с чубчиками не знаю. Вот эти серенькие с чубчиками с такими на голове. То ли у них просто цвет такой, то ли, может быть, у них там польские курицы были где-то в родне. Посмотрим, что из них вырастет. Будет интересно. Так, а там у меня кто-то в дверь стучится. Кто стучится в дверь ко мне? Это уголек пришел. Нас тут недавно затопило. У меня теперь все перевернуто, сушило, выгребало. Эти тряпками он выгребало воду. Хорошо, что Габи не спала ночью. Будет меня. Я говорю, мама, почему столько воды? А я ей сквозь сон говорю, ну, дождь же льется, вот столько и воды. И она говорит, так много. Ну, там иногда бывало под порог натечет. А там слив у нас, и этот слив забился. И вся вода, весь этот дождь, как в дом хлынула. И все тут было в воде. Ужас. Ну и вот я в 3 часа ночи уже намазала ручки, такая намазала ножки, легла спать. И мне пришлось вставать, брать ведро, брать тряпки и все это дело мыть. И воду эту вычерпывать буквально. Вот. А там песчанки крутятся, вертятся. А там вот окошечко надо залезть и открыть, чтобы хоть немножко проветривалось. А то у меня дети тут в таком зверинце. Они, конечно, здесь много не сидят. Габи спит со мной. Фрэнк тоже прибегает. Но все равно мне не очень приятно, что они у меня тут в этом зверинце. У меня еще и в зоопарке дети живут. Хотя вроде бы стараемся все чистить, все проветривать. Вот. Приходите еще к нам в гости.